Не первый снегопад, но, пожалуй, самый внушительный за эту осень. Уборка города началась вечером во вторник. Техника вышла в 22:30. До утра на улицах Иваново работали 15 комбинированных машин и 10 тракторов, в том числе и на тротуарах. Дороги обрабатывали противогололедным материалом. Днем уборка продолжилась. К расчистке подключились 66 подрядных организаций и 31 единица спецтехники. Хотим напомнить, что все сигналы, все пожелания по уборке муниципальных дорог принимает и централизует, выдает нам для работы управление благоустройства города Иваново. Поэтому первая просьба – это обращаться непосредственно в управление или через портал Иваново РФ, если у кого-то возникают какие-то пожелания. Мы получаем от них заявки и, соответственно, оперативно их выполняем. И, ну, я думаю, излишне обращаться с какой-то просьбой к опытным водителям. А к тем, кто первый раз за рулем в эту зиму, ну, посоветовать быть аккуратнее, осторожнее.